Давайте сразу посмотрим, как играют эгрегоры при совместимости пары. Вот мы берем родовой эгрегор мужчины и берем еще родовой эгрегор девушки. Что такое родовой эгрегор? Он состоит из типа рода. Как раз та самая одна из ячеек, в которые ментально попадает человек. Я чуть попозже расскажу много теорий об этом. Сейчас пока только о самой схеме, чтобы вы могли уже немножечко себя посчитать. В роду пока, ну, европейцы над этим работают, существует две линии. Это линия мужская, ну, в смысле рождаются мужчины, да, и линия женская, рождаются девушки. Здесь есть определенные задачи. Обратите внимание, я поставила точку здесь. А то потом скажете, там тоже точка. Так вот, эти задачи необходимо выполнять каждому партнеру. Я чуть попозже все это задиктую. Соответственно, есть девушка. У девушки тоже есть что? Мужская линия с его задачей и женская линия с ее задачей. Мужская линия и женская линия. Ну а теперь давайте определимся, кто какие задачи в партнерстве должен выполнять. Потому что женщина всегда хватается за что? За все. Увидела цифру, надо захватить. Это не надо делать. Все дело в том, что когда мы говорим о задачах, женщина должна выполнять только женскую составляющую обоих родов. То есть она должна выполнять эту линию полностью. И какую линию? Вот эту. Сейчас немножко дегтя налью. Мужчина должен выполнять только свою задачу, то есть вот эту. Эту он выполнять не обязан. Почему? Женщина, она занимается семейными вопросами, вот и занимайся семейными, да? А мужчина, он кто? Он защитник, он должен защищать, поэтому одна из энергетических составляющих, она должна... Неправильно рисовала, правильно? А, эту тоже, вот эту не будет выполнять, вот. Вот эту он не выполняет. То есть она выполняет только свою задачу и его задачу в том числе, но он выполняет только свою задачу в своем роду. Он не выполняет задачу ее мужской части рода. Понятно, да? Только свою. Почему? Потому что он должен защищать. Но это не самое главное, что я хотела вам показать в этой схеме. Здесь у нас получилось два числа. Мы сейчас говорим об арканах. Первое число, второе число и здесь. Для того, чтобы нам получить, а что в итоге получит мужчина в том или ином роду, соединяясь с той или иной девушкой, мы должны просуммировать эти задачи. Задача это плюс это, получается это. Я потом чуть попозже покажу на примере. То же самое образуется у девушки. Это общая задача. Здесь и совокупность талантов, и совокупность открытых дорог, и некие знания, которые она может взять из этого типа. Так вот, если мы с вами помним, что в каждом роду существует что? Карма. И в каждом роду существуют некие грехи, то если вы думаете, что вы соединяетесь с тем или иным мужчиной для того, чтобы насладиться содружеством, то это мало. На самом деле, ваша задача, вы пришли в эту семью и к этому мужчине, чтобы отработать совместную родовую карму. Поэтому здесь у нас стоит... Ну, точка препятствия, положительный аспект кармы, совместный в этих родах. Ну, а здесь, соответственно, ошибка прошлого воплощения. В книге «Сакральные коды матрицы» мы дали трактовки, я сегодня тоже об этом немного поговорю. Что получается? Для тех, кто у нас магистры и второкурсники, знают, да, что есть у нас система трактовки знаков через спираль, да, то вы... шире раскроете это понятие, закрутив в спираль эти два знака. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Таким образом, вы поймете, что в обоих родах был совершен примерно один грех. И эта пара сейчас будет этот грех на своем партнерстве отрабатывать. Но важно понять другое. Вот здесь будет стоять знак, сейчас дойдем, я расскажу, да, знак, который показывает, какой подарок получит этот союз. А внизу стоит знак, который никогда парой не будет преодолен. Представьте, если там стоит двойка. Двойка вы знаете, да? Это мамы.
А если там стоят тройки, это ваши дети. То есть взаимодействие с детьми никогда не будет вами пройден как опытный и главный урок. Ну а теперь тогда мы приступим непосредственно к расчетам. Я возьму дату. Нет, давайте начнем с девичьей. Какая фамилия? Боркан. Здесь мы пишем ее девичью фамилию. Боркан. Так, а фамилия, которая по мужу? Вера Гун. Да. Долго искала. Так, теперь мы с вами считаем. 2, 7, 9, 3, 1, 6. Здесь 3, 6, 9, 4, 3, 6. Вот тут шестой, да? Шестой тип рода. Так, а здесь? Тут получилась девятка. Значит, мы теперь выстраиваем вот эти два треугольника. И мы с вами знаем, что тип рода определяется по мужской линии. Здесь у нас получилось второй тип фамилии. То есть по мужской линии 9, по женской плюс 1. 10. Какой хороший род. Здесь у нас получилось 6, тут, соответственно, что? Плюс 1, 7. В общем, мы сюда выставляем по мужской линии тип рода. Соответственно, задача у мужчин такая же, как соответствует типу рода. А задачу по женской линии выставляем вот сюда. Получилась десятка. Ну, я сейчас проговорю, а так для вас на будущее. Десятка – это обеспечивать мужа. Да, пожалуйста, это не я выбирала, я бы такой не выбрала. Вы выбрали, соответственно, что вы получаете от этого? Вы получаете экстрасенса, лежащего на диване в астрале, а вы должны его обеспечивать, вы такое выбрали. Теперь смотрим, что в вашем роду. А род-то у вас... Юлечка, обеспечивать именно финансово или, может быть, эмоционально? Боюсь, что нет. Нет. Десятка – это знак денег. Это конкретный день. Единственное, что, слава богу, за ней не стоит определенная валюта. Выбирайте сами. Значит, что касается типа рода. Здесь ваш основной тип рода шестой. Я сейчас все задиктую. Соответственно, у мужчин задача шестая. А у женщин задача седьмая. Таким образом, вы получаете примерно одну и ту же картину. Что здесь важно отметить? Что шестой тип рода – это домашние ремесленники. То есть в вашем роду, ваш отец, или если у вас есть брат, должны как раз лежать на диване, то есть заниматься домашним хозяйством. А женщины в роду должны много путешествовать, ездить, да, изучать другие культуры и народы. То есть вы, в принципе, выбрали себе примерно то же самое. То есть вы сделали все верно. Более того, сейчас мы начнем суммировать знаки, и вы увидите, что вы тем самым хитростью получили очень важные для себя арканы. Ну и начинаем суммировать. 9 плюс 6 дает нам 15. И ваш супруг большой молодец, что он сделал вам предложение. Вы знаете, что девятка – это знак чего? Это знак экстрасенсорики, а 15-й аркан – это экстрасенсорика в квадрате. Это знак дьявола, это очень глубокие оккультные способности. То есть, получив вашу фамилию помимо своей, он ее не берет, но энергетически родовые энергии сливаются, да. Он получает более усиленный аркан за счет чего? Шестерка – это ваши родовые знания. Этот эгрегор, судя по всему, в экстрасенсорном смысле уже зачах, поэтому пришлось притянуть ваш эгрегор, чтобы получить дополнительные знания. Ну а, соответственно, вы получили, да, 17-й аркан. 17-й аркан – это аркан творчества, это аркан возможности выступать, писать стихи, играть на гитаре. Это всевозможные аспекты, связанные с искусством. Но творчество – это не только искусство, это еще и наука и эзотерика. Но она такая более светлого плана, более философского плана. Теперь... А можно вопрос, чтобы понять? Если у мужчины 22-й аркан фамилия, а у женщины его рода 23, ну, плюс 1. Первый. Значит, первый. Первый, 22, да. 22, да. Да. Сейчас мы еще очень много всего наговорим на эту тему. Я почему сегодня решила вынести эту тему? Если честно, я от нее жутко устала на семинаре. Самое большое количество вопросов поступает как раз по родовым эгрегорам. А значит, эта тема очень близка вам.
Поэтому мы и решили вынести ее из семинарской деятельности на общее обозрение, скажем так, вам отдать. Тем более, что основой этой школы, халдейской школы, являются очень незримые для нас талантливые эзотерики, о которых уже пора говорить. Итак, теперь мы с вами что считаем? Мы считаем, какие проблемы были в обоих родах, почему вы сошлись. 15 плюс 17 дает нам 32. 32 минус 22 – это 10. Вы уже знаете, это деньги. Но есть этот знак не стоит в знаке проблемы. Этот знак стоит как награда в том случае, если вы развяжете кармические узлы вашего рода. Знаете, я же вам уже говорила этот знак. Я прям вас, видимо, почувствовала. 15 минус 17 сколько нам дает? 2. Но вы не забывайте, что если у вас в расчете получилось 0, то 0 равен 22. Таким образом, вы видите, что в ваших родах, это и его род, и ваш род, была некая женщина, которая из жадности очень многим предкам своим и потомкам попила крови. Поэтому единственная проблема, которая у вас никогда в ваших отношениях не решится, это проблема с вашими мамами. Это свекровь и теща. Даже не пробуйте. Лучше всего что? Замаливайте через десятку. Да, да, да. Это будет весьма полезная вещь, потому что именно за этой двойки вы можете расстаться. Ну а теперь немножко, давайте так, не немножко, сильно множко дегтя на голову бедным свекровям. Все дело в том, что по принципам родологии женщина всегда воплощается в роду своего сына, вне зависимости от того, какую фамилию она носит. То есть свекровь в первую очередь заинтересована в том, чтобы у ее сына были потомки. Ну, а ввиду того, что наше время весьма динамичное и весьма искусное, многие женщины не только нескольких сыновей рожают, но и рожают сыновей от разных мужчин. Да, поэтому здесь вводим еще одно правило, чтобы мы могли разобраться. При такой ситуации женщина будет рождаться в роду того сына, у которого первым появится потомство, вне зависимости от того, какую фамилию он или они носят. Так что еще раз напоминаю, что все-таки свекровям, если они, конечно, хотят воплощаться на планете Земля, нужно в большей степени и в первую очередь заботиться о потомстве со стороны сына. А вот для новичков где можно посмотреть вот эту систему расчета? А я сейчас еще буду несколько раз. Сколько у нас будет времени? У нас еще много времени. Я могу все это сейчас еще и задиктовать и еще раз рассказать. Еще хочу также отметить, что если, например, девушка рождает все-таки девочек, нет у нее сыновей, то где она будет воплощаться? Воплощаться она будет в роду, фамилию которой носит. То есть это может быть вообще какой-то 39-й муж, уже про него забыла, все еще носит его фамилию, куча девочек родила, но рождаться она теперь будет в роду своего мужа. И здесь важно отметить, что желательно все-таки фамилии не менять. Почему? Потому что мы все равно будем воплощаться в роду наших сыновей, а если уж мы родим девочек, то по крайней мере будем воплощаться в своем роду, а не в неком пришлом, приблудном другом роду, правильно? Что хочу также отметить, что если вы живете неправильно, ну, всякие бывают ситуации, да, кого-то захочется помучить, повыдергивать ножки, лапки, да, ну, по-разному мы живем, да, кто-то очень любит 15-й аркан во всем его многообразии проявлений, то если вы хотите испортить карму, не портите карму в своем роду, носите чужую фамилию.